Слава Украине, привет всем от Полонского. Хорошо всем известная пресс-алкаше российского МИДа, она же женщина-шампунь, сделала интересное заявление такое о том, что значит, ГУР хочет ликвидировать российского диктатора по фамилии Путин. Знаете такого, да, бегает там с чемоданчиком. Вот цитата. Это, значит, женщина-шампунь говорит. Нет сомнения в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима. Заявила она, да, вот эта мадам, да. И, еще она добавила, что коллективный Запад таким образом становится соучастником этой преступной деятельности. Ну, во-первых, а где вы тут видите преступную деятельность? Смотрите, вот когда были покушения на Гитлера, да, на дедушку Путина, я имею в виду, конечно, не по крови, а по сути, да, по сути. Когда были покушения на Гитлера, это кого-то смущало? По-моему, нет, да, человек, который был повинен в убийстве миллионов людей, на него были покушения, и совершенно весь мир воспринимал это совершенно адекватно и понимал, что по-другому нельзя, или Гитлер, или миллионы людей, то есть тут выбор был очевиден, да, на сегодняшний день продолжатель дела Гитлера Путин, собственно говоря, поставил сам себя в те же самые рамки, в которые в свое время поставил себя бесноватый фюрер. Помним, да? Вот, бесноватый фюрер 2.0 занимает полностью эту же самую нишу. Сотни тысяч смертей в Украине, в Сирии, убийства грузин в Грузии. Да, там невозможно пересчитать. То, что творят его бандиты в Африке сейчас, да, в Мали, в Нигере, в Чаде, невозможно пересчитать преступления расизма, да, то есть им нет числа. И поэтому говорить, что потенциальная ликвидация вот этого вот бандита, это какое-то там преступление, тем паче, а что за англосаксон, вот я тоже не пойму, а что вы припендюрились до англосаксонов, почему не до печенегов, например, да, не до франко-румын, не до, не знаю, там, до ацтеков, кстати, можно приколебаться, они довольно жестокие люди были, до инков. Ну, я имею в виду ту эпоху, да? Чем вы придолбались, как они говорят, англосаксонские хозяева киевского режима? Все-таки мне бы лично больше понравились половцы, печенеги, да, как-то так. Тогда бы, знаете, и выражение вот этой вот мадам при салкаше не выглядело бы настолько маразматичным. А так, в принципе... Я вам скажу еще один момент. Знаете что? Она была бы очень хорошим пресс-секретарем у Гитлера.